ДТП на проспекте Республики. Сегодня в юго-восточном районе города водитель «Жигули» врезался в «Мерседес». К счастью, в аварии никто не пострадал. А вот «Жигули» помялся крепко. Машина вряд ли подлежит восстановлению. Авария по проспекту Республики произошла примерно 12 часов дня. Владелец иномарки не пострадал. А вот водитель отечественного автомобиля передвигается с трудом. Его машину джип протаранил довольно сильно. Правая часть «Жигули», да и в целом машина, восстановлению не подлежит. Мне деньги лежат. Я ехал по проспекту Республики. На перекрестке пропустил две машины. Однако джипа не заметил. Скорость не превышал. В свою очередь водитель джипа давать комментарии на камеру отказался. Так же, как и сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства случившегося выясняются. Анна Шокарбек, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.